Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как сделать трек с помощью колонки, не включая ее. Кстати говоря, в руках у меня та самая колонка, которую мы сейчас разыгрываем в нашем официальном сообществе. Electronic, между прочим. Но давайте уже перейдем к делу. Для записи звука я буду использовать свой старый телефон на платформе Android в видеорежиме. И начну я, пожалуй, с бочки. Добавим хлопки. Вот такой звучок еще, думаю, тоже пригодится. Звук кнопки тоже пригодится. Такой еще звучок запишем. Теперь все записанные видео я перекидываю на ноут и конвертирую их в музыкальный формат. Чтобы и вам, и мне было хорошо слышно, что происходит на мониторе ноута, я подсоединю небольшую колонку. Это Electronic 2053. Ну что, поехали? Открываем мою любимую программу под названием FL Studio. И уже конвертированный материал добавляем программу методом перетаскивания. Начнем с бочки. Так, давайте послушаем, что у нас записалось. Подрезать. Так, а что сейчас, если изменить pitch? Вот это уже больше походит на бочку. А еще. Будем делать клубный вариант, да, нашего трека. Я так думаю, на скорости 128 BPM. Вот. Ну, давайте вот так оставим. Отлично. Отлично. Расставляем нашу бочку. Как будто бы просится подработать ее эквалайзером. Я думаю, так оставим. Хотя, может, попробовать, может быть, еще компрессора добавить какого-нибудь. Бочкой у нас все понятно. Теперь, ну, не знаю, давайте хлопки. Хлопки. Так, сейчас конвертируем мы в формат. Хлопки. Прям я так и не заморачивался, так и назвал. Хлопки. Так-то на профессиональном жаргоне это называется клэпы. Сначала без бочки, да, послушаем, что у нас записалось. Так, бочку чуть уберем. Добавим хлопки. Ага. Ну, такие себе хлопки, я вам скажу. Заходим в микшер. И вот этот стучащий звук мы убираем. А вот это вот уже становится поинтереснее. Так, давайте теперь их расставим. Так, отлично. Едем дальше. Так, звуки кнопки у нас, друзья. Слушаем, что у нас тут записалось. Что уже у нас записалось? Думаю, звук кнопки тоже пригодится. О, ну вообще, ну ничего себе. Вот это звук кнопки. А можем ли мы звук кнопки использовать, к примеру, как хэты?
Послушаем, как же это у нас все звучит вместе. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Что же будет дальше? А дальше будет еще интереснее. Так, и у нас, что же у нас еще? Так, бочка есть, хлопки есть, звук кнопки есть. А, еще есть у нас там-тамы. Типа, ну, по крайней мере, похож очень этот звук на там-там. Вот такой звучок еще, думаю, тоже пригодится. Так, видно вам там мое пианинко? Вставляем. Так, у нас еще с вами был разгон, так я его назвал, да, этот видос, где у нас, вот разгон. Давайте посмотрим, что это вообще. Ну и такой еще звучок запишем. Ага. Это я пультом дистанционного управления по решетке сделал движение. Хорошо. Конвертируем его в музыкальный формат WAV. Добавляем его в нашу программу. Ну и такой еще звучок запишем. Ага. Какой хороший звучок. Все лишнее отрезаем. А что если вот так вот сделать? Ну, слушайте, неплохо. Я думаю, в обработке сейчас будет это все вообще по-другому звучать. Сначала все это вместе, даже если включить, получится все равно хрень. Ну, давайте со второго квадрата сразу. Вообще, короче, ни о чем. Вот, но не тут-то было. Мы сейчас сделаем вот что. Сначала мы, естественно, сделаем автоматизацию на громкость. Давайте послушаем. Но и на этом мы не остановимся. Потому что разгон должен быть разгоном. Мы сейчас делаем еще по-другому. Вот здесь вот на питче мы поставим. Ну, я думаю, 35 хватит для того, чтобы вот это вот движение у нас сохранилось. И мы могли этим управлять. Делаем так и вот так. И вот эту штучку просто вот так вот чуть-чуть поднимаем. И получается у нас... Можно даже в конце сделать что-то типа... сейчас вот так. И прям вот так вот в ноль опустить ее. Таким макаром мы получим вот такой эффект. Отлично. Так и оставим. Только когда у нас идет в ноль эта тема, мы убираем нашу бочку, да, и вот, все, и оставляем. То есть без бочки уже. Таким образом мы с вами сделали вот это вот все из звуков, которые мы делали на колонке Эльтроник, не включая саму колонку.
Ну а что, если к этому всему мы еще добавим звуки из синтезаторов FL Studio? И по итогу, какой же у нас получился, друзья, трек? Таким образом у нас получился вот такой вот незамысловатый трек благодаря колонке, которую мы разыгрываем в нашем официальном сообществе. Кстати говоря, это Electronic Firebox 2048. Озвучивала написание музыки у нас Electronic под артикулом 2053. И не забываем, что параллельно этому конкурсу мы проводим еще два конкурса. Это конкурс видео и конкурс фото. Друзья, все подробности с конкурсами в нашей официальной группе. Ну и, конечно же, ссылку по традиции оставлю в описании. Ну а с вами был Сева Микс. До новых встреч. Кстати говоря, ссылку на сообщество Сева Микс я оставлю тоже в описании.